Воскресенск, всем привет! С вами первый городской сайт воскресенск.ру и его автор-ведущий Виктор Тарасов. Сейчас мы с вами находимся под Новолянским пешеходным мостом на территории бывшего скейт-парка. За эти выходные, как вы видите, приезжала техника, все оборудование вывезли и, соответственно, асфальтовое покрытие все сломали и складировали вот в такую вот кучу. Сейчас временно, оборудование скейт-парка находится на территории спортивного комплекса «Горняк». Вот. Ну а как удалось нам выяснить в городской администрации городского поселения Воскресенск, предположительно в 2017 году скейт-парк планируется возродить на противоположном берегу реки Москва. Вот где-то вот здесь, вот, между двумя мостами. Почему? Потому что тут по плану, где мы сейчас с вами находимся, есть проект строительства так называемой лодочной станции или причала. И по плану наших архитекторов можно будет взять лодочку для того, чтобы прокатиться по реке Москва. Всем спасибо за внимание. С вами был Виктор Тарасов и сайт воскресенск.ру. Всем пока!